Мяу! Всем привет! С вами Лискин. И тема сегодняшнего видео – плюсы, минусы и риски маржинальной торговли на бирже Gate.io. Ну что, начнем? Но перед этим переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости и скрипты, делится своими мыслями и пишет обо всем, что он делает. Заходи, там много что интересного. Тем более на этом еще можно заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. Как работает маржинальная торговля? Маржинальная торговля – это взаимодействие инвестора с брокером, при котором первый, то есть инвестор, может купить активы больше, чем если бы использовал только свои финансы. Эти товарные отношения еще называют торговлей с ключом. Как она работает? Допустим, у вас есть деньги, начальный капитал, на который можно купить акции в количестве 10 штук. Если брокер обеспечивает ключо 2 к 1, то есть средства в двойном размере от начальной суммы, вы сможете приобрести уже 20 акций. Если одобрено ключо 10 к 1, то 100 акций. Ну и краткая, немножко скучная, но очень полезная вам справка. Трейдер – это продавец, который действует на бирже самостоятельно и стремится получить прибыль из самого процесса торговли. Кредитное плечо – это услуга брокера по предоставлению трейдеру денег или ценных бумаг в виде займа для совершения сделки. Депозит может быть выше начального капитала инвестора в 10, 20, 100 раз и более. Благодаря этой услуге у трейдеров появляется возможность заключения сделок, бывших недоступными с использованием только собственного капитала. Кредитное плечо как раз и является ключевым моментом маржинальной торговли. Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо иметь на своем депозите залог в размере установленного брокером минимума. Деньги поступают на счет и сразу обращаются в сделку. Сделка считается убыточной и закрывается, когда средства трейдера уменьшаются до критических показателей, установленных брокером. На следующие сутки после переноса позиции сделки со счета инвестора списывается своп, то есть разница процентов по кредиту и депозиту, своего рода плата за пользование кредитного плеча. Ну и совсем забыл, размер кредитного плеча устанавливает именно брокер. Что такое margin call? Когда при убыточной сделке баланс трейдера резко снижается, брокер отправляет ему margin call, то есть предупреждение о нехватке средств для открытия новых и обеспечения текущих позиций сделки. После этого брокер в любое время может закрыть некоторые позиции за счет активов инвестора. Это предотвращает падение стоимости ликвидного портфеля трейдера до критических отметок. Брокер имеет право закрывать позиции, пока стоимость ликвидного портфеля не станет выше начальной маржи. Чтобы не довести ситуацию до маржин-колла, следует соблюдать следующие правила. Правило первое. Следите за рынком постоянно. Это нужно для контроля баланса своих счетов и своевременного внесения средств. Второе. Контролируйте позиции сделки. Лучше закрыть убыточную позицию в избежании потерь капитала. Правило третье. Реагируйте на брокерские сообщения оперативно. Давайте же поговорим о плюсах маржинального кредитования. Российский фондовый рынок широко использует маржинальное кредитование. В этом есть значительные плюсы для инвесторов. Появляется возможность приобретения ценных бумаг под залог активов. Используются новые финансовые инструменты для увеличения доходности. Появляется шанс увеличить прибыль на росте и снижении рынка. Повышается общая эффективность торговли по сравнению с торговлей, основанной только на личном капитале. Теперь поговорим о рисках. Наряду со значительными преимуществами, маржинальная торговля имеет крупный недостаток в виде риска для потенциальных инвесторов. Вероятность возникновения рискованной ситуации увеличивается пропорционально сумме кредитного плеча, взятого для совершения сделки. Учитывайте рыночные риски, потери денег из-за ценовых колебаний, а также риски по кредитным ставкам, установленным брокером. Отличительной чертой маржинальной торговли является риск не просто потерять свои накопления, но и оказаться должным брокеру. Инвестировать на различных биржах достаточно просто опытным игрокам, но у начинающих трейдеров, не имеющих крупных сумм, часто возникают трудности. При грамотном управлении капиталом и позициями маржинальная торговля предоставляет широкие возможности при умножении личного капитала. Ну а на этом у меня все. Если понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами была Лискин. Всем удачи и всем пока!